Разделительный мягкий знак. Я волшебник. Захочу, появлюсь и превращу мел, которым пишут в школе, в мель, опасную на море. Кто волшебник? Отгадай. Выше руку поднимай. Мягкий голос, мягкий шаг. Это буква, дети. Мягкий знак. Молодцы. Мягкий знак не обозначает звука. Это особая буква. Она обозначает мягкость согласных звуков на письме. Например, мел, мель, угол, уголь, банка, банька. Сейчас поиграем в игру. Найдите, кто мой сосед? Тюлень, жаль, лень, тюленье, прилежанье, подражание. Обратите внимание на три последних слова. Обратим внимание на слово «солью». Какие звуки разделяют мягкий знак? Л, И. Между какими буквами пишется разделительный мягкий знак? Мягкий знак отделяет гласную от согласной, и гласная дает два звука. Друзья, платье, жилье. Замените одним словом приспособление для сидения. Скамья. Умнички. То, без чего птица не улетит. Крылья. Молодцы. Помогите инопланетянам образовать слова. Платье, соловьи, письмо, крылья. Платье, выпью, льется. Молодцы! Спасибо за активную работу!